Дорогие друзья, меня зовут еще раз Михаил Бердутин, я из города Мытищ. И, значит, хочу начать свое выступление с песни, которая называется «Год собаки». Написана на стихи Валентины Борисовой, это наша мытищинская поэтесса, к сожалению, ушедшая из жизни. Ну вот, а мелодию написал я. Это дама собачка, кошек тоже любила, что была за чудачка, живность очень ценила. А в уютной квартире уживались без драки, кошек целых четыре и четыре собаки. Все ворчал муж ревнивец, и сосед возмущался, дескать, что за зверинец, спор никак не решался. А в уютной квартире уживались без драки, кошек целых четыре и четыре собаки. К неразумным двуногим их меньшие собратья были очень нестроги, лишь трепали за платья, потому что считали, что суровые боги две ноги не додали неразумным двуногим. А в уютной квартире уживались без драки, кошек целых четыре и четыре собаки. А так и можно споткнуться и попасть в забияки. Вот они и дерутся, рассуждали собаки. Смерть отгорели кошки, ковыльнуть на двух лапках очень трудно в сапожках, босоножках и тапках. Мяу! А в уютной квартире уживались без драки, кошек целых четыре и четыре собаки. А в уютной квартире уживались без драки, кошек целых четыре и четыре собаки. Следующая песня, новогодняя, старая сказка называется. Щелкунчик на сцене большого идет в Новый год, в Новый век, ведь сказку все снова и снова, ведь сказку все снова и снова. Так ждет на земле человек, и старый, и малый, все люди не спят в новогоднюю ночь, и втайне мечтаю о чуде, которое может помочь.
Щелкунчик на сцене большого идет в Новый год, в Новый век. Ведь сказку все снова и снова, ведь сказку все снова и снова так ждет на земле человек. На сцене большой или малой, не все ли для чуда равно? Герой сказки старой, престарой, придуманной очень давно. Он явится новому веку и сделает ум наш добрей. Без сказки нельзя человеку постигнуть природу вещей. Щелкунчик на сцене большого идет в Новый год, в Новый век. Ведь сказку все снова и снова, ведь сказку все снова и снова так ждет на земле человек.